Всем привет, меня зовут Владимир, и смотрите канал Феникс Let's Play. Сегодня продолжаем играть в игру Fallout 4. И почему-то у меня опять камера так как-то вниз, вверх, не знаю, ушла. Мы находимся в каком-то, я не помню, институте или еще что-то такое. А что это за здание такое? Куда нам здание показывает? А, фермер. Я что подумал, нам, знаете, мы, наверное, что делаем? Так, это отключить. Мы, наверное, пойдем после вот этого всего, пойдем, наверное, по основной сюжетной линии, потому что мы что-то уже совсем потерялись, так скажем, от сюжета, и надо бы нам, наверное, все-таки вернуться. Сюжет у нас же там пацан нас ждет. Я же понимаю, да ёб твой за нас. А вот нехрен вперед меня лезть. Вот, пацан нас, конечно, понимает, 200 лет там прождал или сколько, но это... Пора бы уже вернуться к нему. Там, если не ошибаюсь, нас Валентайн должен ждать. Куда открой? Интересно, а у Валентайна есть вот эта способность открывать звонки? Было бы совсем неплохо, если бы... он бы и хакером был бы, и замки умел взломать. Это было бы просто супер. Что если замки еще полбеды, то хакерам реально это геморрой. Сидеть, подбирать это все. Чего? Опа. Собака, точно? Ни хрена вас тут нарисовалось. А ты тоже сейчас? Алло. Тихо. У тебя патронов нет. Ё-моё, ни хрена их сколько. Ты, блин. Кейт, дура. Почему она всегда? Я ее уже второй раз с этими синтами вижу, а? Она сама синт какой-нибудь. А я просто этот не знаю. Так, ну ладно, батарея. Я не знаю, давайте посмотрим, там, что там за броня такая хорошая, нет у нее вообще. Броня для туловища, то мне всегда было интересно. Броня синта для головы. А, тут смотри, тут хорошая. А, ну ладно. Ладно, потом разберемся. Вроде что-то есть любопытное. Так, подожди, а где этот был? Вот он. Рут. Ну давай для руки, ноги и руки. Вроде для конечностей тут неплохая вполне. Опа, смотри, болотники! Хлобысь! Да я вашего большого рака самого уже завалить успел, так что все нормально. Так вот, к чему это я? Давай посмотрим, что тут есть, потому что у нас с патронами нами все печально. Не, ну кто бы сомневался, а? А ты что такой-то сильный? Погоди. А если так? Что он такой сильный? Так, понял. Вот так надо сделать, ё-моё. Ай, у меня запер. А чё, нету? Почему у меня никаких патронов нету? Бляха ж ты муха. Куда бежать надо? Твою мать. Патронов вообще никаких нету. Погоди. Чё у меня? Давай посмотрим, чё у меня есть. Ни черта у меня нету, в общем. Чё, давай оставь. Это самое крутое, что у меня есть. Как так получилось? Опа. А где он? Алло! Гринпис! Вот он. Не, реально Гринпис есть, смотри. Да я тебя сейчас... Супер, смотри-ка, а. Бокси, руки. Да, давай, мы еще тебя завалим. Во. И ради этого! Пошел ты. Ты, блин, жадный какой, а. Опа, а вот тут что-нибудь есть? Обгорел и чё? Чё мне? Нет, не надо. Какая техническая документация, что-нибудь такое есть? И вот так с вами надо всеми делать, блин. А то потом вырастаете, вот такие зеленые становитесь. Чё случилось? А, подожди. А, нет. Так, патрон, боевой дробовик. Давайте посмотрим, что-то боевой дробовик боевой. Боевой дробовик. В принципе, а чего не скорострельность? 20 всего.
Так, ладно, а у меня... Так, зубочистка, да. А как это у меня называется штука? Снайперка, так, бабах. Шайтан пушка, ствол. А это у меня как называется? Нет, граната. Блин. А где еще? А, вот. Тактический скорострельный. Давайте, наверное, мы его заменим, наверное, все-таки на дробовик, на боевой. Да, потому что, мне кажется, боевой дробовик, сколько у него? Вот, 12 зарядов. Вообще, от души. Так, смотри, что у нас тут есть. Это хорошо, а тут... А, сейчас ломаем. Медвежатники со стажем уже. Нет, подожди, не так. Давай, давай. О, да подожди ты. Во! Видите? И всего-навсего за одну... Эту, за одну шпильку, спичку чуть не сказал. Я от маленьких слова буду... Что-то переиграл сегодня в ужастиках. Меня не сегодня, а вчера получается, потому что это видео, скорее всего, завтра уже выйдет. То есть сегодня. А то выйдет вчера. В лучших традициях Кличко, наверное, да, я сейчас сказал. В общем, вы меня поняли. Те видео, которые ужастики, они выйдут один раньше, чем это. Соответственно. Так, подожди, а мы тут. А, нет, тут не были. Ну и что там сейчас делать? Смотри, у меня есть дробовик. Я наверху. Хавал. Ну-ка, иди сюда. Сейчас я тебя тоже буду хавать. Вот, мясо получим. Чё? Нет, все нормально. А что тогда? Окей, тут ты бы, блин... Зараза. А вот, блин, наша толстопопая подруга как спрыгнула. Я с новой броне-то громко не падаю. Так, ты перезаряди давай. А дробовик-то ничего, в принципе. Жить можно. Подожди, погоди, погоди. Вот, отлично. Чё? Да завали ты её. Бестолочь. Так, а вот откуда понавылазили? Сейчас вы опять, что ли, как в замке? Толпа, блин. Сначала толпа, потом мамашу позовете, да? Я вас знаю, блин, малолеток у вас. Сначала смелая, потом, блин, чуть что, мама, мама. Так, погнали. Что у нас тут есть? Есть что? Так, давай пробуем подходить. Чего тут делаем, я не знаю. О, ты смотришь как профессионально. Так, погоди, это что? А, понятно. Ну-ка, давай посмотрим, что у тебя тут есть? Давай чуть мне полезное открой. О, управление замком, это хорошо. А каким? Так, подожди, а какой замок я открыл? Тут, наверное, что-то, да? Что-то. Так. Дверь не надо, ну-ка, вот тут. Ох ты, погоди. Эй! Подружайка, давай открывай. Чё стоим? Эй! Take a look. Давай. Ты тут заколебал, а? Эй! Over here. Yep, I've got it. Move here. I'll get it done. Чё, тебе с приклада прописать, что ли, а? Вот вы, блин, как он уже раздражает. Over there. Давай, иди открывай. Почему они то мешаются, то сами пройти нигде не могут. Ужас. Взял, во-первых, с головой вот какую-то тут веточку эту. И все. Подожди, это что такое? А, там что? Не, давайте пока внизу посмотрим. Там давай взламывай. А, во, подожди, вот это мы, наверное, да, открыли. Точно, мы сифры тоже. Вот, так это вообще отлично. Чё там? Так, ну-ка, труп, ну не булькай. О, ты смотри-ка, молодец. Так, пойдет. Надо, кстати, да, сходить с собой. Пойдет. Так, ну чего? А... Вот сейчас простите, блин. А на кой черт это нужно было тогда взламывать? Ну ладно. Если это просто-напросто вывело меня туда же, откуда я и перешел. Ну ладно, пойдем. То есть с самого начала. Давайте посмотрим, что тут есть у нас. А, ну в принципе... Ты нифига себе вылез.
Легендарный. Погоди, погоди, патрульный. Сейчас. Сейчас, погоди, перезаряжусь. На тебе. О. Погоди, так, что у тебя есть? Пистолет. Ловкий. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что тут у тебя. А, да. Что-то урона-то вообще ни о чем. Все штатное, урона ни о чем. Ладно. Батарея, патроны. Звукоизолированная нано-волокнистая броня. Ух ты, круто. Так. А ты то... Ты тоже хит? Не, ну так мне неинтересно, вы это... Он перезарядился уже. Слушай, не, ну ты давай, хары, хиты, вот тут такие сильные. Так, подожди, не то, вот. Батарея. О, защита маска, симт-агент, надо посмотреть. Может, что-то крутое, ну-ка, давайте посмотрим. Кстати, нам руки все поломали, сволочи. Ладно, защита маска, симт-агента, шляпа это все. У нас круче. Наша касочка времен Второй мировой, как оказалось, гораздо лучше. Это вообще странно. Что нано-высокотехнологичные... Опа, телефон надо взять. Нано-высокотехнологичные вот эти вот роботы. Чё? Чё тебе не нравится опять? Хуже, чем... наша каска. А чё, я перегружен уже? Погоди-ка. Точно. Подружай-ка. Стой. Погоди. Не будяй. Я вот тебе давай вот это вот все. На. Я не жадный, на. Держи. Видишь, как много тебе даю? А ты все жалуешься, да жалуешься. Так, я давай что-нибудь посмотрим еще. Вот оружие давай. А. Ага. О, держи пока. Держим. Тоже держи. Огнемет. Че, огнемет не можешь? Все правильно. Не в тебе огнемет доверять. Тут тебе ты огнемет доверишь, блин. Сломаешь еще. Или взорвешься. Ты, блин, умеешь это делать. Чего-то? А, нет, не надо, спасибо. Так, ты чего? Опа, стоять, это что? Попадет. Под нос не надо, все, идем вперед. Подожди, машинка, берем. А, все, сообразил, так, включать не будем. Надо всю шляпу. Пойдем. Подружай-ка. Так, это чего? А чего тут должно вообще сделать? Легендарного мы убили, мы зачистили, нет, кстати. Нет, еще. Еще не зачистили. Так, чего, где? А-а-а! Погоди, сейчас я сзади. Смотри. Ты смотри, он еще дерется, собака. Погоди. Так, завалили. Ты иди сюда. А, вот он, вот этот лидер Ситов, ё-моё. Так мы сейчас быстренько его сейчас завалим. Может, и очень быстренько. Ну, завалим. Сейчас. Иди сюда, лидер Ситов. У него какая-то пушка крутая, институтская. Во. Мы еще уровень подняли. Так, батарея. Ерунда. Вот давай тут посмотрим. Может, я для головы что-то хорошее. Ты же все-таки лидер. Так, что, зачистили, нет? Нет еще. А интересно, он мне вообще напишет, что я зачистил? Или там опять потом? А вот перейти сюда. Что это такое? Так, проектор. Или потом надо вот какой-нибудь квест взять, сюда прийти, еще раз зачистить все это дело. Как думаете? Это что, выход? Нет, подожди, пока рано на выход. Давай мы-то пока тут что? Прогуляемся. Тут я хотел глянуть, что тут есть. О, нифига себе, смотри, что есть. Патронов-то сколько? А вы мне выходим. Нет, все. Так. А, ерунда. Берем. А что? Пачка сигарет. Опа, это хорошо. Записка Жак. Так, что за записку взяли? Записка. Подожди. А, ВВГД. Вот она. О боже, институт здесь. Я слышал звуки драки на улице. Пап, я поняла, где находятся данные, но боюсь, слишком поздно. Прости меня. Шаг. А, все. А нам бы еще это. Давай посмотрим тут. Может, тут что-нибудь продолжение какое-то есть. Так. Ретранслятор почты универа, института.
Так, если слишком долго читаю. Нет, я читаю. Я согласен, может это, конечно, и интересно. Давайте я так сделаю. Кому интересно, тот почитает, потому что мне это на самом деле не очень интересно. Хотя бы потому, что слишком тут много чего надо сделать. И, соответственно, на это время тратить тоже нет желания. Подожди. Подожди еще сюда. То есть, я так понимаю, тут это вообще к делу не относится, поэтому я сильно тоже не хочу даваться в подробности. Сейчас лучше в таких количествах. Вы это на паузе прочитайте. Так. Давай тут посмотрим. Кто-то знал, что-то есть. Так, серьезно, Алан, ты теперь и в моем терминале где роешься? Я же сказал, что мои исследования засекречены. Прекращай быть жалким червяком и лезть в мое не свое дело. То есть, соответственно, вы понимаете, почему я не хочу это заморачиваться и читать. Что вот планы лекций. Я думаю, из вас многие студенты еще вот недавно закончили, собираются быть. И, соответственно, про лекции лишний раз, я думаю, вам слышать совсем не хочется. Ну, давайте продолжать. Так. Да, ты сидишь опять. Я вот ей опять чуть не впорол, я думал, симт опять. Наконец-то, да вы делаете, что точно пристрелю случайно. Да на самом деле это будет случайно. Так, ну все, погнали, сотрудничество. Больше нам тут делать нечего, значит нам надо идти сюда. Что-то у меня тут. Прическа непонятно что. Дай фикси. Потом причешусь. Так. А, погоди, 25 уровень. Точно. Мы же что-то могли сделать. На 25 как раз. То ли науку прокачать, то ли оружейника. То ли кузнеца, то ли фаната оружия. Я не помню. Но что-то было с 25 уровня как раз начиналось. Так, ну ладно, 25 уровень. Фиг с ним, я потом посмотрю уже между сериями, что к чему. Скажу, что прокачал, что нам нужно было прокачать, что мы прокачали в итоге. Честно говоря, думал, мы сейчас хотим там прием. Я думал, батарей там куча. Пришли, а там так. Чуть-чуть. Хватает ли гораздо больше? Ладно. Так, опа, мы где? Хоть вот она, наивная девушка, блин, которая была под наркотиками, говорит, на сколько лет. Она, похоже, даже не знает, что тут, блин, долбанный апокалипсис был, ядерный взрыв и так далее. Ну, конечно, да, окей, тут прошлись просто бульдозером. Конечно. Да. Подожди, а что мы тут делаем? Как нам отсюда вообще уйти? Опа. Лодочка. Так, а вообще где? А я вспомнил, где мы? Нет, подожди, мы тут были точно, там замок наш есть. Так, давайте, знаете, что? Что такое? Честная школа. Давайте пойдем по сюжету. Подожди. Я то перепрыгнуть хочу. А, перепрыгнул, блин. Ладно, перепрыгнуть я то больше не хочу. Ай, ё-моё. Тут радиации куча, а я еще застрял. Сейчас еще тонуть начнем. Опа, смотри, как прыгать. Так, давайте мы пойдем по сюжету. И, насколько помню, мы, как она называется, братство, содружество, добрососедство, да, добрососедство оно называлось. А где же оно? А где добрососедство у нас? Еще нам надо туда. А не понял, где реально добрососедство. А, вот она, вот. Все, полетели. Нам надо туда, по сюжету, насколько помню, там... Я так пересмотрел, потому что когда я нить потерял, так скажем, миссий, я просто посмотрел свои перепрохождения и понял, что нас Валентайн это ждет добрососедствие. Соответственно, нам надо туда. Сейчас мы все порохов как раз продадим. Блин, нам была ракета связать. Ну ладно, сейчас. Не нужно, продадим тогда. Что ж такое, чего у меня достаточно чешется? Вы не поверите, я болею, что ли? Ладно. Так. Стой, ты... Барыга! Видимо, размеров не было. Побежала, быстрее, быстрее. Эй,
Ладно, ну чё. Давайте посмотрим, мне кажется, тут все равно... Так, мы, фрики, должны держаться вместе. Не лучше способ сохранить теплую дружбу, не позволять никому и ничего вызвать между нами раздрай. Улавливаете? А ты где вообще говоришь-то? Что давай с тобой поговорим? Не болтайте, пока есть вступление. Would want to hurt our peaceful community. The Institute of their Look at you, Clay. That's right. Who said that? Так, ладно, мы потом туда сходим. Давайте сначала, что-то нам будет продать надо. О, хрен они. Блин, все, слушай, пошли, ты кто? Да, во, давай, давай. Продай что-нибудь туда, иди, пока тебя не обокрали. Everything cleared up back at home then? No more strain? For now. Подожди, а где это, иди? Подожди, а... Отель? Да где этот робот тут? Робот? А, погоди, вот, смотри, кто-то есть. Ты кто? Бродяга. Слушай, не, ну ты, Хэнкок, ты нашел время базарить, да? Ё-моё. И тут впарить надо, ты, Дейзи. Нет, ты Клео какая-то. Да ё-моё. Ну вот нашли время болтать. Мне тут продать надо. Куда мне с этим барахлом? Вот, Дейзи. Ну нет, Дейзи, что теперь? Бляха-муха. Так, ну что, у вас митинг закончился, а? Наконец-то. Ну, наконец-то. Иди сюда. О, давай, побежали. Подожди. О, ты Дейзи. Ты Дейзи, стой. Давай. Что-то не нравится мне этот городок уже. Ну вот, иди сюда. Давай с тобой поболтаем. Стой! Стой, давай! Да мне кажется, тебе-то как-то это... Без разницы тебе. Купить несколько экземпляров, чтобы разнообразить... Лучше, ладно. Так, давай посмотрим. Значит, мы продаем вот это, вот это, вот это. Это мы оставим. Одну продадим. Огнемет, огнемет, огнемет у меня нету, мы его ставим. Так, конечно, он бесполезный. Но давайте мы его ставим. Пусковая установка, подожди. Продадим. Вот она. Мой трак бабах. Так, это что такое? Тактический штурмов. А, да, это вот ерунда. Так, значит тут все. Я смотри дальше. Я же хотел посмотреть. Ну в принципе какая разница. Так, да, сделку подтверждаем. Давай-ка сделаем вот так. Сейчас выйдем, посмотрим, что у нас там по броне, потому что у меня, вон, видите, как видите, я же вообще блатной. Видите, какая у меня броня? Кстати, да, я его перекрасил обратно. Что-то я посмотрел, с седым ему быть вообще не идет. Так, давай посмотрим. Помощь, одежда. Так, это что-то ерунда. Синта для головы. Давай вот так. Да. Так. Ерунда. Давайте все-таки оставим. Так, ерунда. Это чего у нас? Нет, тоже чушь. О, тут однозначно. Хорошая. Вот, она, кстати, даже лучше наша получается, да? А это чего? Это все-таки лучше. Так, а что, до сих пор со мной таскается? А, это же сломанная, блин, надо починить. Понял. Оденем. Ух ты. Оденем однозначно. Так, вроде все. Как мы теперь выглядим? Чё-то как-то... Броня-то на туловище какая-то сомнительная. Ну, у нас зато крутая маска, заметьте. Прошу отметить. Да ты это... Чё, вот, наконец-то. Так, давай, садимся. Нам просто сейчас надо еще у нашей подружайки забрать, продать. И пойти посмотреть по квесту, что у нас.
Так, подружай-ка... А чё тебе одеть? Чё, найдёшь? Ты что, кричишь там? Типа, всё это фигня! Так, забираем. Ты что кричишь, что не хочу таскать, что это фигня? Что, зачем ты этот мусор таскаешь? Вот поэтому ничего и не будешь у меня носить, вот. Вот как есть, так и будешь ходить. Так, это я зачем взял, ну ладно. Так, ерунда. Так, это да-да-да, хорошо, а где? Мне просто не пропустить, вот двухстольный дробовик у него не забирать. Кстати, да. А что он у неё? А, он двухстольный, потому что, да. Подожди, шпильку оставь. Разная, наверное. Шпилька. Дай-ка тебе. Как он будет перематывать, зараза. Найти вот. 100 штук. Так, подожди, это дробовик. А где... А, ну еще и хватит тебе, будешь дробовиком бегать. Ух ты, блин. Стой. Да-да-да, давай. Погнали. Ничего, испытания жесткие. Ладно. Так, это, да, это продаем. Это оставляем пока. Так, вроде все. Нет, вот еще. Все, вроде все продали тут, да? Так, смотрим. Ерунда. Так, это вообще продаем все. Продаем. Это оставляем пока. Чинить сейчас будем. Да, да. А что у нас на все? А, это одет мне. То тоже продаем. И каска шахтерская. Вот, так. Бабок у тебя нету, да? Все, будешь расплачиваться патронами. Боеприпасы. Вот, давай ядерную, вот, батарея. Вот, вполне неплохо. А, ну, вроде, давай хотя бы так. Вроде как пойдет пока что. Ты бы мне еще подсказал бы, где... А, вот, отремонтироваться, вот. Слушай, точно, можно, вот, вот. Че, подожди, это... А, вот, да? Сейчас мы подремонтируем. Я хлам уже не продавал, так что я думаю, должно хватить. Не так, подожди, назад. Чинить, так. Отлично, я же говорю, хватит. Как, выбрать, все. Выйти, да. Вот видите. Вполне хватило того барахла, который у нас было, чтобы починить броню. Все, ништяк. Жить можно дальше, все вообще просто супер. Так, алё, пошли. Так, ну что ж, давайте тогда добежим все-таки до квеста. Дайте хотя. Погоди тогда. А я-то думал, что за ерунда. Оружие, помощь. Помощная, да? Это на время. Я же правильно понял? Нет, неправильно. Тогда, наверное, какой-нибудь рад X, наверное, да? Нет, это не радиация-то. Погоди. А, вот там все уходит. Вот я и смотрю, так это. Ништяк. Так, вот сюда пошли. Давайте сохранимся. Да, сколько у нас? Так, а тут сколько? Все, отлично. Кстати, надо вот этот дробовичок, и я потом модифицирую. Мне кажется, он довольно неплохой должен получиться. Ладно. Пойдем. Дом воспоминаний. У нас же тут мозги Келлога или кто там с собой. Не только пистолет, но и мозги его. Сейчас мы будем считывать информацию. Там как раз говорилось о том, что хотя бы чуть-чуть мозга надо, чтобы считать. И договорились с Валентайном, что встретимся тут. Да. И я к тому, что я начал искать, куда делся Валентайн у нас. Что я подзабыл. И со... Вот он, да. И заодно попытался найти, куда у нас сюжетная линия делась. Ну что ты, Ирма? Я приходил сюда, чтобы вспомнить забытое, но тебя бы я не забыл. Вижу, ты не ждал Шарма. А Мари внизу. Слушай, а тебе не надоело так целыми днями лежать? Тебе нужна Амари? Она внизу.
А я не знаю, кто мне нужен. А Мэри, да? А, точно, доктора Мэри же. Точно, точно, точно. Пойдем. А где подружайка наша? А, нет подружайки, ладно. Я, наверное, попробую с Валентайной побегать. Что-то его там сильно хвалили. Поэтому, наверное, с ним побегаем. Доктор Амари? Доктор Амари, да. Я так понимаю, это не праздный визит. Да, пускай он объяснит. Давай ты, Ник. Амари, нам нужно порыться в памяти одного человека, но это будет непросто. Его зовут Келлог, и он не так давно дошел в лучший мир. Вы что, с ума сошли? Мало того, что вы просите меня надругаться над трупом. Вы что, не понимаете, что для стимуляции сознания нужен живой мозг? Пожалуйста, не сказал, что вы с этим сможете справиться. Сможете справиться только вы. Амари, в этом мертвом мозгу находится информация об институте. Самый ценный секрет во всем содружестве. Эта информация нужна и нам, и вам. Ладно, я посмотрю, но обещать ничего не могу. Этот мозг, он у вас? Нифига, у него шея длинная. Да держи. Вот все, что мне удалось извлечь. Что это? Это же не мозг, это... Это же... Гиппокамп, к нему что-то посоединено. Нейроинтерфейс? Эта схема выглядит очень знакома. Неудивительно. Насколько я могу судить, все технологии института основаны на общей архитектуре. А, подожди, это вот синк получается же, да, у нас? Продолжайте, доктор. Мистер Валентайн – синт более старого поколения, но мне кажется, этот имплант будет совместим с его системой. А, ты он чего ведешь? Ладно, включим. Ну это очень рискованно. Понимаете, вам придется подключить эту штуку напрямую к его мозгу. Волнуйся за меня, Мари. Моя гарантия давно уже истекла. Спасибо тебе огромное, Ник. Спасибо, скажешь, когда мы твоего пацана найдем. Ладно, поехали. Ты смотри, как молодца. Вообще, респект и уважуха. Своей жизнью жертву, чтобы мы пацана смогли найти. Хотя, по идее, мы ему никто не что, но спасли разик, ну и все. О, смотри. Халява! Халява-то сколько? Да, вы там пока это... Разбирайтесь, я тут немножко этого... Хотя ничего, не страшно, да? Что еще есть? О, смотри, 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 что взял. Так, журнал «Робко веселье» включает себе газозапись. Подожди, а что он делает? Не, а еще что ли? Опа, сигар, глядя, ватанька, пенька. Это, я немножко не читаю, а отвлекся. Надо все взять. А то вдруг она спросит, типа, подай, а я буду бегать. А так, хоба, скажу, что нет у тебя этого, что я это забрал лучше. Так, вот, подожди, тут что-то еще есть. Мел. Так. Опа, а тут что, как его? Нет, смотрел. Speak up now. А, подожди, ну говори, что говорить-то? Чё, я пропустил? А с Ником все будет в порядке? Да, подключение прошло без проблем. Думаю, когда мы закончим, просто вытащим имплантант и все. Но это не решает нашу проблему. Шифр слишком сложен, чтобы взломать его одним разом. Но есть что, если использовать... Ну, что, если использовать два? Я положу вас с мистером Валентайном капсулу памяти и запущу ваши когнитивные функции параллельно. Он выполнит роль хоста, а ваше сознание будет анализировать найденные воспоминания. Ну давай. Хорошо, давайте начнем. Просто присядьте его тут и скрестите пальцы на удачу. Подожди, мне, наверное, это выйти сюда надо. Ну давайте посмотрим на удачу. Ой, еще перегруженный. Так, значит, мы сейчас будем тут кино смотреть. Где наш пацан может быть? Кстати, да, мы сейчас по-любому узнаем, где институт, попремся к брату Стали, скажем, мы нашли зацепку института и так далее. Начинаем перенос мозговых волн между трансплантантом и хостом. Я вижу мнемоническую активность в трансплантанте. Мы загрузим вас в самые сильные воспоминания, которые только сможем обнаружить. Они могут оказаться нестабильными.
Давайте сохранимся. Кстати, должно быть. Can you hear me? Доктор Амари, слышите меня? Отлично. Симуляция вроде работает, вспоминаю, довольно отрывочные. Я постараюсь провести вас по тем, которые сохранились полностью. Буду надеяться, что это поможет нам выяснить координаты института. А, давайте, знаете, как делаем? Давайте. Вот так, сделаем здесь. Вот. Это самое раннее воспоминание, которое мне удалось обнаружить. А, вон, да? Видимо, пойдем. Я так понимаю, падать нам лучше не надо, да? Давайте, пошаримся. Не забывайте, вы проживаете воспоминания как Келлок. Поначалу это может сбивать стул. О, это пацан же, да? Выключи радио, я же сплю. Я что-нибудь могу взять, нет? А, вот. Все 5 штатов уже... А, ну вот радио, ладно, я читаю тогда. Давай. В то время мозгов у меня было немного. Откуда мне было знать, как устроен мир? Теперь я понимаю, что она просила убить его. Так и нужно было сделать. Не бежать, а убить отца. Мне казалось, что нужно бежать туда, где действуют законы НКР. А на самом деле, это было бегство. Мне не удалось защитить его, ее от папы. И меня мучила совесть. Но сейчас это уже не важно. А, ну-ка, давайте вектор. Мама все понимала. Она была суровая женщина, но все же по-своему любила меня. She loved me in her way. And she protected me from dad. И она защищала меня от папы. За это он ее не раз ее убил. I never knew what happened to her after I left. Я не знаю, что с ней стало после моего ухода. Выяснять мне не хотелось. По крайней мере, тогда. Так, что дальше надо, да? Dad was either drunk, папа либо шлялся где-то целыми днями, либо сидел дома пьяный. Наверное, он был в одной из банд. Ничем именно он не занимался. А, ну чем именно он занимался, никогда не знал. Не понимаю, почему мама его не бросила. Может, когда-то он еще не был таким козлом. Бред какой-то. Что это значит, мама? Ничего, Конни. Люди любят поговорить и при этом надеяться, что кто-то их слушает. Я не сказал, что новая власть все сделает так, как было раньше, как до большой войны. Не слушай этого болтуна. Если тебя там такого научат, то лучше сиди дома. Я пошел. Эй, ты куда опять собаки мои засунула? Послушай ты, Конни, держи-ка. Ты уже большой. Вы же мужчина в семье, твоя задача защищать нас. А твоего отца толку мало, но ты совсем другой. Ты хороший мальчик. Все эти разговоры по радио, пустой трёп. В этом мире у тебя защитит только винтовка в руках. А если хочешь выжить, учитесь не стрелять. Хорошо, мама. Я не подведу тебя, честное слово. Ты мой хороший мальчик. Кажется, это не то, что вам нужно. А, ладно, идем дальше. Похоже, в этом временном отрезке есть еще одно сохранение воспоминание. Вот оно. Попробуй вот это. Так, это он чуть постарше, да? Это же он? Счастье, штука такая. Пока она есть, ты его не замечаешь. Ну, то есть можно убеждать себя, что счастлив, но на самом деле это в это не верить. Focus on that. Давайте повседневной мелочевке, о работе или еще о чем-то. Next job or whatever. It's only looking back. Только глядываясь назад, сравнивая настоящее с тем, что было раньше, ты понимаешь, что такое счастье. It's really understand. That's what happiness felt like. Ты смотри, как философ прям. It's gonna be fine. А это, наверное, его жена, да? Все будет хорошо, вот увидишь. Но мы здесь никого не знаем, а теперь еще и ребенок. Да ладно, Сара, ведь это наш шанс. Наконец-то у меня нормальная работа, в республике ты сейчас такую не найдешь. Я же не говорю, что это ошибка, просто... А чем занимаются эти парни? Они какие-то зеленые?
But that's where I come in. Да, именно поэтому им нужен я. Вот пара лет у меня будет своя команда, а нужно только наладить связи. Я у тебя будет все, что захочешь. И у тебя, и у малышки Мэри. Раньше за тебя не волновалась, наверное, материнские инстинкты срабатывают. Кто мог подумать, что они у меня есть? Да ладно, ты замечательная мать. А по мне не беспокойся, больше часть времени я работаю охранником у Шим. Просто стою суровым видом и все. Ну ладно, для такой работы ты точно годишься. Слушай, у нас все будет хорошо. Видишь, это защитит тебя и Мэри. Обещаю. Так, ты сейчас прям успокоил, как не знаю, кто оружием потряс перед носом. Я знаю, Кони. Здесь мы будем счастливы. We are. You'll see. Это точно, вот увидишь. Так, вон воспоминания, вон воспоминания, вон воспоминания, вон воспоминания. Вот как шло. Продолжай поиски, я подключу вас к следующему сохранившемуся воспоминанию. Ладно, им пойдем. Так. Ну то есть нам раскрывать его жизнь, в принципе, довольно любопытная. У парня была плохая это, семья, пьющий какой-то отец, злой. А на какой финал ты рассчитывал, Келлог? А он пытался создать себе обычно свою семью у Кетти Войта. Думал, что сможешь нас поиметь, а мы тебя не поимеем. Подожди, ты кто? А, ты Келлог. Так вот, знай, они сдохли как собаки, и ты не смог их защитить. А-а-а. To help them. I found another memory to try. Мне удалось найти еще одно воспоминание. Я вас подключу. А, понял, пойдем. Ну так, это вообще шикарненько. Любопытно, любопытно. Палау-то все больше и больше удивляет. Тут говорят, где-то еще летающая тарелка есть, но потом поищем ее. Mind if we так. Sit down? Может мы сядем? То есть мне, походу, даже тыкать не надо, так все увидим. Да? Да не свалюсь? Нет, не свалюсь. So, говорят, ты решаешь чужие проблемы, это правда? If you pay me, за оплату. We'll pay you. О, мы тебе заплатим, не вопрос. You'll do this all by yourself? That's right. Ну да. We pay you. Заплатим, когда закончишь свою работу, окей? That's the way you wanna do it. Как скажете. So who do you want, пойдет. Well, так кого нужно? Like, дело твое. Там дальше по реке живет одна семья. Well, we seem to be getting так, closer. Можем уже посидеть. Так, мы пришли сюда, значит нам сюда. А в конце по-любому что-то, мне кажется, произойдет нехорошее. Вряд ли мы так спокойненько выйдем. Хотя, игра не такая, что прям нужно бежать от какой-то ловушки и так далее. Что может быть и нормально. Так, агент института. Мистер Келлог, как хорошо, что вы согласились. Ладно. Значит, вы из института. Мне хотелось узнать, действительно ли вы существуете. Существуем, как видите. Сколько же тебе уже? Мне стало известно, что в последнее время вы наносите большой ущерб нашим операциям. Это должно прекратиться. Я делаю то, за что мне платят. Если вас это не устраивает, есть только один выход. And what's that, Mr. Kellogg? И какой же, мистер Келлог? Если я работаю на вас, проблем больше нет. И по слухам, мои услуги вам по карману. Кажется, вы не вполне понимаете, в какую ситуацию попали. А чего же? Хорошо. Активировать, в общем. Смотри, красавчик. Правильно. Потрясающе. Возможно, нам все-таки стоит поговорить. Так, уже теперь. Пойдем, пойдем сюда, да? Сюда. Бежим. Похоже, воспоминаний больше не осталось. А нет, вот еще почти одно целое. Подключаю. Давай, наверное, последнее, да? Как говоришь. Так, это, видимо, институт. Включено ручное управление. Криоген Сумфрин. Ах, ты смотри, вот. Так, подожди, это кто? Погоди! Вот они мы. Да. Просто найди их. А, камера CB в конце коридора, C6, да, наверное, вот они.
Хорошо, что мне не пришлось убивать малыша. Конечно, убил бы, если бы было бы нужно, но такие вещи никому никогда мне не нравились. Да, наверное, младенец действительно напомнил мне о ней. Хоть я и гад бесчувственный, но все же человек. Так-то ты тварь, да еще, блин. Лучше уж так, лучше, чем забрать малыша, а ее оставить живой. Да знаешь, блин, мы сейчас вдвоем нашли бы пацана, и нормальная семья бы была. А так получается, блин. Тварь ты такая. А, запасной подопытный. Это мы, да, запасные подопытные. А со мной подопытный. А это что? Криокапсула? А, вот она, здесь. Open it. Открывай. Все кончилось, мы живы. Are we okay? Almost. Почти, все будет хорошо. Come here. Иди сюда. Иди сюда. Нет, стойте, не забирайте его. Let the boy go. Отпусти его, дважды повторять не буду. Шона вам не отдам. Черт возьми, забираем ребенка и валим. Я бы запасной план есть. В сторону запуска криогенного процесса. Почему так долго? Еще немного килок. Осталось только подтвердить. Готово. Можем идти. Я, в общем, извините за то, что вам снова пришлось это пережить. Есть одно непобережимое воспоминание. Жду вашей команды. Охрен ли. Че моей команды ждать? Вперед? Как сказать тебе? Подожди. Не, мы отсюда... Вот. Включено ручное управление, криогенный сон прерван. А, вот она. Погоди. Компьютер-убежище еще работает. Отлично. Проверяю записи. Надеюсь, тут все. Просто найди их. А, подожди, это опять что-ли запустили? Нет, нам тогда дальше. Все, мы тут только что видели. Я думал, опять что-то там заново запустили. Так, давай пойдем. Сюда. Так, а это что это? Квартира, да? Это ваш сын? Они похожи совсем недавно, так что, наверное, это хорошая новость. Это была не моя идея, поселиться с ребенком в центре Diamond City. На самом деле, мне казалось, это просто чудовищно. Но это был один из проектов старика. Вот так все и получилось. Малыш и я, веселая семья. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. Так, в конце концов, мне это даже понравилось. Напоминало о том, какой могла бы стать моя жизнь. Но время вспять не повернешь. Я знал, что это ненадолго. Что скоро все пойдет по-старому. Не, ну радио читать не буду, конечно. Почему так сложно, кто-то оттуда придет? Кейла, все нормально. Когда я еще так ломишься сюда, я тебе башку отстрелю. А тебе башку отстрелят. Мне важно поменьше светиться перед гражданскими. Ладно, проехали. Ну теперь что у нас за кризис? Новый приказ для тебя. Один из наших ученых покинул институт. В смысле покинул? Бежал. Ее зовут доктор Брайан Вирджил. Мы знаем, что он прячется где-то в светящемся море. Вот его досье. Ага, то есть понятно. Надо теперь найти его, да? О, кому-то за такое голову оторвут. Поймать и вернуть, или просто устранить. Устранить. Он работал над суперсекретным проектом. Серьезно? Один из биологов? Нифига себе. So, ребенка полагает, ты забираешь с собой. Именно. У тебя одна задача — найти и ликвидировать Вирджила. Ты отведешь меня домой, к отцу? Да, встань рядом со мной и не шевелись. Okay. Ладно. А пацан, смотрите, шмотки-то хорошие. И чистый, и сам пацан ухоженный.
Местный мажор. Мы что, нам готовы к переходу? Опа! До свидания, мистер Келлог. Надеюсь, что увидимся. Вау. Круто. Вау. А я тоже хочу такой телепорт. Телепортация. Теперь все ясно. Вход в институт не нашли, потому что его нет. Вон о чем, Михалыч. Я вытащу вас отсюда, когда захотите. Так, вытаскивай, что? Так, я хочу. Это сюда надо пойти, нет? А, вот, телек. Давай, погнали из матрицы. Вон о чем, Михалыч. Только не спешите. Я не знаю, какие больше эффекты может вызвать эта процедура. Такого еще никто не делал. Где друг наш? Погоди. Там все в порядке? Вы видите что-то плохое? Не беспокойтесь. Но если честно, я даже не знаю, на какие признаки нужно обращать внимание. Я же говорю, это совершенно неизведанная область. А параметры вашей нервной системы и физиологические показатели вернулись к нормальным значениям с точки зрения медицины, у вас все хорошо. Ну что, обсудим то, что там произошло? Вот Вирджил Гилл. Про институт знает еще ничего, как Вирджил, сбежавший ученый. Не знал, что ученые могут сбежать из института. Это все меняет. Он мог бы ответить на многие наши вопросы. А где его искать? Здесь все море? Не может быть. Никто в здравом уме туда не полезет. Даже тот, кто хочет спрятаться. А вот почему он пошел туда, чтобы из института не посмели за ним сунуться. Вот в чем дело. Похоже, он использует радиостанции в Стечь все море как щит или маскировку, чтобы сбить их со следа и получить преимущество. Если Вирджил там выжил, то и вы сможете. Только так вы сможете его найти. Так. Доктор, а как мне противостоять такому уровню радиации? Есть препараты RadX, Anti-Radin. Вам их понадобится столько, сколько сможете унести, и даже больше. Понял. Если умеете добыть герметичный костюм, прекрасно. А можете силовую броню, это был бы идеальный вариант. Хорошо. Не волнуйтесь, радиация, я справлюсь. Удачи. И берегите себя. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Remove the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Что-то, короче, ждет это Валентайн, что-то там не знаю, что. Но он что-то ждет нас наверху. Давайте проверим, что все ништяк. И в следующей серии пойдем в светящееся море. Oh, sure. And what am I supposed to wear? Ну, конечно, мне что надеть? А ты заколебала, блин. Ты... Я не понял, ты мне помогаешь или ты на бал маскарад какой-то там решила пойти? Так, я же ничего да не могу взять, да ё-моё. А почему там мока тут нельзя? Right now, подожди. Вот он, Валентайн. Мока тут чё? Давайте глянем. Ну понятно. Фиг нам тут что-то даст. Ну давай... Нет, давайте тогда разговаривать пока не будем. Вот так сохранимся. И будем завершать серию. Ай. Кстати, серия довольно интересная тут. С мозгами-то не ожидал, что такой поворот будет. Ладно. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, пока.